скандал реформы Академии наук напрямую связан с тем, что, конечно, нехватка, опять же, финансирования в науку, она очень явная. И те, скажем так, академики, которые уже в возрасте, они получали деньги. Естественно, никто не хочет терять жирный куш только потому, что вот так решило государство. То есть, скажем так, наша наука, к сожалению, будет требовать дополнительных денег при отсутствии того, что сейчас, соответственно, было изначально всегда ихним. Да? То есть, если люди теряют капитал, они будут его изымать у граждан. То есть, это означает то, что на нашу науку цены резко повысятся.